Как начать зарабатывать большие деньги на YouTube? YouTube – уникальная платформа. Она позволяет творческим людям со всех концов света не только делиться своими идеями и работами, но еще и зарабатывать на них. Вы бы хотели начать вести собственный канал? Или у вас он уже есть, и вы хотите узнать, как превратить хобби в полноценную работу? Давайте разберемся вместе! Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео. Крупные каналы зарабатывают на своих роликах и работах и получают немалые суммы. Но если вы всерьез подумываете о том, чтобы сделать YouTube своим основным источником дохода, то с чего начать? Какая дорога ведет к успеху? Не волнуйтесь, мы все вам расскажем. Первое, что нужно сделать, разумеется, создать собственный канал, если его еще нет. Магия YouTube в том, что ваш канал может быть посвящен чему угодно. Коротким, но глубокомысленным мультфильмам, песням или вашему образу жизни. Варианты бесконечны. Ваш аккаунт на YouTube тот же, что и в Google, и вы можете использовать его или создать новый. Продумать свое имя пользователя нужно тщательно, так как чем оно сложнее, тем меньше у вас шансов сделать его громким. Никнейм должен быть простым и легко запоминающимся, чтобы избежать таких ситуаций. Видел тут шикарный ролик на одном канале. Не могу вспомнить его название, но неважно. Если ваше текущее имя пользователя вас не устраивает, это не проблема. Просто поменяйте его в аккаунте Google+, и готово. Чем больше людей наткнется на ваш канал, тем лучше. Так что не забудьте добавить ключевые слова, связанные с вашим контентом, в разделе расширенных настроек вашего канала. Итак, теперь у вас есть свой канал, и настало время поработать над контентом и загрузить его. Вам нужно найти собственные темы и раскрыть свой уникальный стиль. Старайтесь не делать видео слишком длинными, и всегда проверяйте, не станет ли вашей аудитории скучно. Люди должны быть заинтригованы каждой секундой вашего ролика. Разумеется, успех не придет в одночасье, и ваши видео и их качество будут расти вместе с вами. Достаточно посмотреть самые первые ролики популярных видеоблогеров. Совсем не тот уровень, что сейчас, правда ведь? Старайтесь улучшать свой контент. Купите камеру получше, пользуйтесь более продвинутыми программами и так далее. Но самое важное – выкладывать новые видео регулярно. Если вы публикуете ролики 1-2 раза в месяц, то ваша аудитория вскоре про вас забудет, если только ваш контент не совершенно уникален. Так что старайтесь выпускать хотя бы по одному видео в неделю. Так люди будут с нетерпением ждать следующую неделю, чтобы узнать, о чем будет ваш новый выпуск. И не забывайте про хэштеги и ключевые слова. По ним вас могут найти все заинтересованные. И вот здесь-то все и начинается. Вы можете монетизировать свой контент и зарабатывать на своих видео. Зайдите в меню «Мой канал», кликните на «Менеджер видео», снова на «Канал» и выберите «Включить монетизацию». Готово! Теперь YouTube будет размещать в ваших видео рекламу. Но не забудьте, что для того, чтобы получать настоящий доход, вам понадобится постоянная аудитория, которая будет вас смотреть. Не стесняйтесь, делитесь своими роликами в соцсетях и чаще взаимодействуйте со зрителями, чтобы поддерживать в них интерес. Ваша аудитория найдет вас и останется с вами. И еще одно простое требование. Вам понадобится как минимум 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков, чтобы начать зарабатывать деньги. При необходимости можно также монетизировать и старые видео, открыв менеджер видео и нажав значок доллара рядом с ними. И не забудьте подключить Google AdSense, чтобы выводить средства. Это можно сделать бесплатно на веб-сайте AdSense. Если вам еще нет 18 лет, попросите помочь родителей. AdSense понадобится счет в системе PayPal или настоящий адрес, чтобы знать, кто вы и кому следует отправлять средства. Еще один важный момент для видеоблогера – аналитика. Это вся полученная вами обратная связь, в том числе комментарии, и она поможет вам понять, какие темы волнуют подписчиков больше всего. Каждый блогер регулярно проверяет аналитику, так что если вы пока еще лишь наращиваете аудиторию, то обратите внимание на эти числа и графики. Они расскажут вам практически все о ваших зрителях и подписчиках, а также подкинут идеи о том, что нужно улучшить. Даже если ни одно из ваших видео не стало вирусным, вы все равно сможете извлечь из аналитики пользу. Проще говоря, вы сможете лицензировать свой контент в обмен на деньги. Теперь новостные агентства, медиа и все остальные будут вынуждены с вами связываться, чтобы получить права на использование ваших видео.
Итак, допустим, у вас появилась крепкая аудитория, и вы уже зарабатываете неплохие деньги. Можно ли сделать что-то еще, чтобы выйти на новый уровень? Конечно! Станьте партнером YouTube. Для этого вам понадобится выполнить еще одно требование – 15 тысяч часов общего просмотра видео на вашем канале за последние 90 дней. Достигнув этого уровня, зайдите на страницу партнерской программы YouTube, сделайте пару кликов и готово! К этому званию причитаются и другие приятные дополнения. Партнеры YouTube имеют доступ к большему количеству инструментов, поддержке сообщества и рекомендациям и даже могут выигрывать призы. Звучит неплохо, да? Вы также можете начать продавать свои товары, когда ваш канал станет достаточно популярен. Конечно, это потребует еще больше усилий и времени, но это невероятно благотворно повлияет на настроение ваших подписчиков и, будем честны, на ваш банковский счет. При наличии крутых товаров вы сможете заполучить еще больше подписчиков, поскольку люди станут интересоваться, где их друзья взяли такие вещи. Больше людей станут заходить на ваш канал и станут частью вашей аудитории. Существуют десятки доступных фрилансерских сайтов, которые помогут вам создать собственные товары. Поищите больше информации обо всех вопросах и хорошенько все обдумайте. А раз уж мы заговорили о торговле, то вы также можете продавать чужие продукты в качестве аффилированного продавца, то есть получать комиссию за продажи. Даже такие гигантские корпорации, как Amazon и eBay, предлагают аффилированным продавцам отличные деньги за продвижение их товаров. Так что если решитесь на такой шаг, найти клиентов будет несложно. Однако такое решение может повлиять на ваш контент, потому что вам придется делать обзоры на аффилированные товары, оставлять на них ссылки в описании или даже делать обучающие видео, что не так уж плохо для блога о стиле жизни, но едва ли подойдет каналам с другой тематикой. Получение спонсорства от других компаний за рекламу тоже может быть отличным решением. В общем, короче говоря, все, что нужно для громкого успеха на YouTube, это труд, упорство, креативность и вера в себя. Все так же, как и с любой другой работой. Так чего же вы ждете? Начните делиться своими идеями и творениями прямо сейчас и превратите свое любимое хобби в работу своей мечты. Удачи! А вам известны какие-нибудь небольшие, но отличные каналы на YouTube, которые вы бы порекомендовали другим? Расскажите нам о них в комментариях. И не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал, чтобы всегда оставаться на яркой стороне.